Она, кстати, очень вкусная, я могу дать попробовать потом. Уникальная разработка опорного университета региона – съедобная упаковочная пленка. Делается из яблочного пюре без добавления консервантов. Польза в чистом виде и для экологии, и для экономики. Аналогов нет в России. Хорошо, сюда можно упаковывать конфеты, у них очень низкое содержание влаги, печенье, пряники. Например, вот сегодня я готовила кандарины, то есть мандариновые дольки в шоколаде. Если, например, дольки не поврежденные, то есть сок из них не вытекает, можно смелостью их туда положить. Ноу-хау этого года, конечно, инновационная упаковка, но кулинарные поединки – это еще и соревнования ароматов, вкусов и сервировки. Ужин у камина, паста с лососем, тыквенные манты. Правильное питание – залог здоровья. Но мало просто знать об этом. Студенты Самарского политеха умеют готовить с пользой для организма. Если ты все это знаешь теоретически, это никому не интересно. А ты должен уметь все это выполнить практически, использовать свои знания в разных ситуациях, в разных тенденциях рынка. Кулинарные поединки проходят уже третий год. Созданная в политехе междисциплинарная проектная команда начала уникальные разработки по космическому питанию. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.